Ты меня застрелила. Ой. А я себя нет. А я и тебя. Блин. Нормально, ребят. Вообще расклад нормальный. Я, значит, такой... Подожди, дай я расскажу. Я выскакиваю, вижу убийцу. Говорю, Ариша, смотри, убийца. Арина достает пистолет меня. Нас очень давно просили поиграть в Murder Mystery. Загадка для дочки. У нас куча Adobe Me, куча каких-то других игр, виртуальная реальность. То есть говорят, папа дочки, а когда будет Adobe Me? Ой. Когда будет Murder Mystery? Ну, в общем, мы начинаем. Кстати, со мной смотрите, кто сидит. Ну-ка, шериф, ребята! Мы начинаем хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. И я становлюсь мирный житель. Арина? Мирный житель. Ну что, давай выживем. Ну почему? Я же главный шериф. Но может тебе пистолетик достанется? Ладно, надо выжить. Так, я буду героем. Главным героем. Херо, да. Но пока я главная... Жертва. Нет, главный... Пупсик. Шериф. Главный мирный житель. Главный мирный житель, да? Смотри, они тут... Помоги нам стать мардером или шерифом. А для этого подпишись на канал и поставь лайк за 5 секунд. Если ты уже подписан, то просто поставь лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Ты помог нам стать либо шерифом, либо мардером. У него рюкзачок прикольный такой. Ладно, давай посмотрим. Девочка тут прячется. Сейчас мы ее... Типа в углу зажмем такие, дыш. Так, ну, короче, в общем, пока убийца себя не проявляет. Он где-то прячется, может он даже... Может он... О, я вижу шерифа, Так, в пони-футболке, по-моему, он что ли? Давай, я, короче, рядом с шерифом буду. Все, я с шерифом рядом. Он сейчас, наверное, перепугается и меня грохнет. Ну, чувак. И сам грохнет. Нарядный. Эй, нарядный, что у него там, что у него за изображение на футболке, все хочу усмотреть. Не успеваю, что ты вот прыгаешь? Чувак, можешь замереть просто? О, куда ты сюда пошел? Я за ним. Все, тебе хана! Куда ты делся? Куда ты делся? Пушку достает, ладно. Вообще, Murder Mystery здесь работает? Нет, вот робот бегает. Ты не видела Murder Mystery? Нет. Есть? Сейчас я поищу, потому что у меня уже все. Тебя, Аришу, все, прибили, ребята. Вон он, синюшный. Давай, гаси его, шериф. Давай, 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 давай. Есть, молодец, шерифа победил. Ну, я была главной. У него вот такая картинка на футболке. Ладно, давайте посмотрим, кем мы сейчас будем. Да. Ух ты, какая-то новая карта. Вау, я рядом, я мирный житель, я рядом с Марусей. Ребят, я не увидел, кто я. Я не увидел, кто, а что это такое? Ты мирный житель. Я мирный житель, ребят, смотрите, что тут? Вау, пап, я срочно к тебе. Я тут еще не был, ребят, все, смотрите, я спрятался, все, меня не видно. Вау, шляпа чисто плавает такая. Шляпа меня сдает. Я не знаю, вот тут можно, смотри, притвориться, что ты... Этот, готов, чинка, вот. Все, я как будто... Ребят, я замаскировался, меня вообще не видно. Но я этот уровень не видел, пойду поизучаю, что тут. Слушай, тут грустная история, смотри, кусок чувака валяется. И вот кусок чувака валяется. Есть подозрение, что уже все, уже Мардер начал работать. Телепорт? Давай, 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 телепортируй меня. Ребята, хочу телепорт. Не знаю. Я их тоже вижу. Вот чувак стоит. Он от меня такой шкерится. Я нормальный, я нормальный. Я не убийца. Я хочу исследовать этот уровень. Что тут у нас? Молоток, какой-то шкаф. За шкафом тут потайная дверь. Я нашла эту комнату. Меня куда-то телепортировало. Обратно сюда, короче. Я шел и вернулся обратно с помощью телепорта. Ё-моё! Вау! Вау, давно мы не играли. А, ты... Тут какой-то снег идет, ребята. У меня нет сит. У тебя нет сит? Эх. Есть, победа! Я, короче, пока лазил уже... Есть, победа! Мардера замочили. В общем, ребят, новый уровень есть. Я надеюсь, я там или буду... Или время закончилось. Каким-нибудь Murder Mystery. Не, время не закончилось. Ну что, победили? Давай 5.
Посмотрим, кем мы сейчас будем. Ой, шерифа и Мардера вот так. Выбор, 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 ясно. Развлечемся, ребятки, развлечемся. Пап, я зато главный мирный житель. Меня все должны служить. Так. Блин, не успел. Что-то я засомневался, ребят. Гасить его или нет? И потом такой... Думаю, то ли да, то ли нет такой. Та о, вижу чувака с пистолетом. Он сейчас... Карта. В смысле? Он что, знает, что я Мардер? Почему он в меня пытался стрелять? А может быть, он не знает, что ты... Эй, я на улице! Я знаю, ты молодец, Аришка. Мардер. Может быть, он не знает, он просто думает, что это ты. Наверное. Или то, что ты фейк. Так, я одного, короче, уже замочил. Вот там вот чувак там стоит. Чувачок. Он опаса... он в кого-то стреляет просто, ребят, стреляет, стреляет в кого-то. Все, килл его. И куда, 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 есть! Прыжки, 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 прыжки. Девочка, вот это вот с пистолетиком, и мы ее мочим, ребята. Я спряталась, ты не знаешь, как вместе. Есть, 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 ребятки, так волнуюсь, так волнуюсь. Чувак в футболке стоит. Есть, еще есть. Одного, еще одного замочил, ничего себе. О, прям, ребят, я спустил. У него был пестик. Да, у него был пестик. Так, встану вот здесь, вот, типа, меня не видно. Шляпа видно. Сид, сделай. Так, они не знают, что я здесь. Они там бегают. Здесь пистолетик есть. Чувак пошел за пистолетиком и погиб. Вот так вот. Да. Еще один чувак идет. Привет. Привет, 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 привет. Есть, и он погиб тоже, ребята. Тебе осталось только меня найти. Нет, еще вроде есть. И у меня всего лишь 56 секунд. 56 секунд. Все, надо искать, короче. Меня только не победи. Победю, победю, Горишка. Ты где прячешься? Ребят, я всех, короче, замочил. Я в шоке. Я в шоке, я всех замочил. А может, не всех? Не всех. Ты меня еще не замочил. Да, я Иришу не замочил. Ты где ходишь-то? Вон чувак один там прячется. И я иду к нему навстречу. Я несу ему цветы. Бас-бас-бас. Есть, ребята, я победил. Я победил. Он меня сдал. Я, ну да, я не знал, что ты там. Кстати, ребят, я просто забежал и толпу замочил, а там я Арина была. Мардер победил. Давайте лайкусик влепим. Подпишемся на канал. Молодцы, ребят. А мы дальше идем. Я шериф! Аришка у нас шериф, ребята. Я же главный шериф. Да, наконец-то Ариша не зря дела шляпу. Тут кнопочки. О, это новый уровень опять. Вау. Мне страшно. Ребят, потайное место. Мардер. Смотрите, я спрятался. Классно, меня не пап, видно. Будь рядом со мной. Если что, сразу же заберешь пестик. Пестик заберу, да? Надо тебя найти, короче. Угу. Ну, ребят, смотрите, пап, нычка классная. Аришка, смотри, какая нычка классная. Вау, я туда же спрячусь. Шериф должен искать бандита, а не прятаться. Представляете, ребят, полицейский, такой грабитель, решил ограбить магазин, полицейские приехали и спрятались. Да, это смешно звучит. Ну ладно, пойду Аришу искать. Так, так, о, телепорт. Не работает. Работает, меня пап, телепортируют. Там, где... Есть человечки я и вижу есть тебя. Та красная штука. Я вижу тебя, я вижу тебя, я вижу тебя. Я тебя вижу, все. Ты кого там грохнуло? Никого. Что за выстрел был сейчас? Я случайность. Случайно, если бы ты меня пристрелила, случайность. Моя маленькая случайность. Так, пап, сюда прячемся. Смотри, пап, у меня красно-черные волосы. Ребят, вот, вот. Нам так привыкли, что мы в Adopt Me играем. Там написано Go в Adopt Me. За нами приходит даже Murder Mystery и зовут нас в Adopt Me. Аришка, пошли искать убийцу. Что мы тут вот сели с тобой в капсулу? Нет, нет. Ну пошли, пошли. Я готова, я. Давай, я он тебя иду. Грохнет, а я... Ну как... вот она, девочка, Аришка, вот она, вот она. Ты меня застрелила. Ой, а я тебя нет. А, я и тебя.
Блин. Нормально, ребят. Вообще расклад нормальный. Я, значит, такой. Подожди, дай я расскажу. Я выскакиваю, вижу убийцу. Говорю, Ариша, смотри, убийца. Арина достает пистолет меня. Где? Где убийца? Я там. А когда шериф убивает мирного жителя, а я был мирным жителем, он тоже погибает. Поэтому ты погибла не от убийцы, а от того, что ты застрелила мирного жителя, меня. Нормально, да? Ариша, убийца, где папа? Я случайно. Вот это расклад. Я такой, а еще девочка, знаешь, убийца, она просто стоит вот так вот, машет. Можно было подойти просто, ее чпок и все. Ну ты, нет, ты, нет. Папа! Идет выбор и есть, наконец-то, ребята, я долго ждал. Мы на самом деле пропустили много уровней, чтобы получить вот такую штуковину. Ну как раз я спрячусь. Так, эта девочка, короче, она попала, ей не повезло. Все, ее уже нету. Мне даже очень сильно повезло. Ее уже... Да блин, девочка, меня сдает. Ее уже нету. Так, все, ребят, я пошел. Папа, смотри, где ее? Хорошо, не буду. Папа и дочки, до свидания, девочка. Все, папа сегодня мардер. И он с удовольствием будет искать всех. Есть, под водой бас. И, ой. Я схитрила. Есть. Чувачок с пистолетом, девочка, прибей. Кто сдал? Ты в воде была, что? Девочка, которая мне писала. Ясно, где все прячутся? О, чувачок. Чувиха. Йоху! Все. С нашей футболкой? Ну да, наверное. Здесь просто нет. Когда мы... я видела то, что у нас с нашей футболкой медаль папа дочки. Ясно, привет, чувак. Знаешь, что ты тут спрятался? Ой, папа какой молодец, всех находит. Ух ты, потайная комната, Аришка. Сейф тут есть, ты. Противогаз. А, это маска, ты с маской? Нет, не с маской. Мне надо найти остальных. Надеюсь, там мой... Ой, здесь еще, смотри, проход. Куда-то. О, вау, всякие места нахожу прикольные. Пап, не забудь то, что ты, если здесь подключится к нам с нашей футболкой, как... Пистолетик забрали. Чувачок или девочка, то тогда клан папа дочки, то тогда упомянули хорошо. Упоминать, да? Да. Хорошо. Чувачок, он стреляет изо всех сил. Так, да. А я буду за ним охотиться, раз он уже знает, что я мордер, то я буду за ним охотиться. Он телепортировался, я знаю, куда он телепортировался. Он куда-то... Нет, я не знаю, куда он телепортировался. А, он туда куда-то телепортировался. Сейчас мы его найдем. 32 секунды всего. Нет. 32 секунды, где он? Ребят, 32 секунды. 19 секунд уже. 19 секунд, где он прячется? Эй, ты чё бегаешь от мордера? Мордер хороший. Мордер я. Чё? Вон там. Вот здесь спрятан? F, нажать F. О, смотри, что происходит? Ошибка. Ау, время вышло. Ребят, ну я много накрошил чувачков. Шериф? И меня никто не наказал, да? Да, давай 5. Ариша не хочет давать 5, потому что я ее тоже покрошил. Ребят, мы сегодня всеми побывали. Я даже был 2 раза мордером. Ариша, кем ты была? Один раз мордер, один раз шериф. И оба раза неудачно. Шерифом она прибила мирного жителя. Меня. И на этом ее шерифная карьера закончилась. А вы сегодня были на канале? С канала... На канале? На канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал, с нами всегда весело и интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.